Давненько мы никого не разыгрывали. Пора исправить этот промах. Предлагаем новую подборку пранков над друзьями. Твоя подруга слишком любопытна. Подготовим оригинальный подарок, в который она обязательно захочет заглянуть. Но такого она еще никогда не видела. Нам понадобится несколько шоколадных батончиков. Перекладываем их в тарелку и ставим в микроволновку на 15 секунд. Шоколад подтаял, теперь из него можно лепить. Соединяем батончики таким образом. Уже что-то напоминает. Добавляем последний, разглаживаем. Сходство уникальное. Ставим наше художество в холодильник. Когда застынет, можно перекладывать в коробочку. Она обнаружила интересную коробочку и думает, что ее никто не видит. Наблюдаем осторожно. Такое нельзя пропустить. Какой ужас! Откуда это здесь взялось? Выглядит очень натурально, но, правда, запах выдает. Но вот и разгадка. Бумажка от шоколадного батончика. Жесткий пранк. Не думала, что ей хватит терпения такое сделать. Даже и не скажешь, что когда-то это было шоколадным батончиком. Ну как же без ответного пранка? Шутки с напитками – одни из наших любимых. Всыпаем в стакан пачку желе. Выбираем ярко-красное. Заливаем горячей водой и хорошо размешиваем. Ставим в холодильник до полного застывания. Выглядит как стакан сока или компота, но стакан можно перевернуть, и содержимое останется на месте. Приносим два одинаковых на вид стакана, в одном желе, в другом сок такого же цвета. Себе берем сок, а подруге даем второй стакан. Она, как обычно, занята своим телефоном и не сразу замечает подвох. Ну вот, хотя бы улыбнулась и обратила наконец на меня внимание. Но не надейся, что это сойдет тебе с рук. Она подготовила настоящий киндер-сюрприз. Растапливаем шоколад в микроволновке или на водяной бане. Нам понадобится пустое яйцо. Как выдуть из него содержимое, мы рассказывали в нашем пасхальном видео. Поливаем его растопленным шоколадом. Даем немного застыть и ставим в морозилку, чтобы шоколад затвердел. Заворачиваем в фольгу. Наше шоколадное яйцо с сюрпризом готово. Просто загляденье смотреть, как аккуратно снимают фольгу. Конечно, ведь она надеется насладиться шоколадом, а потом найти внутри забавную игрушку. Откусывает и тут же понимает, что здесь что-то не то. Скорлупа! От самого настоящего яйца. Сюрприз так сюрприз. Не то, что она ожидала, зато всем весело. Твоя подруга часто пользуется твоей косметикой и никогда не возвращает. Пора ее проучить. Вытаскиваем из контейнера старый самодельный бальзам, которым уже не пользуешься. Растапливаем в микроволновке 15 секунд или на водяной бане. Всыпаем красный перец, столько будет вполне достаточно. Размешиваем, перец придает бальзаму оранжевый оттенок. Накручиваем серединку на крышку. Вливаем бальзам. Ставим в холодильник, чтобы застыл. Бальзам затвердел, можно собирать контейнер. Из розоватого он стал оранжевым. Но цвет в данном случае не имеет значения. Главное – наполнение. Теперь можно с легкостью отдать его подруге и не ждать, что вернет. Похоже, что ей не особо по душе натуральное увеличение губ при помощи перца. Ну да, у него есть побочные действия. Ужасно печет. А еще приводит в бешенство. Ну ничего, за мной тогда будет следующий пранк. Мое самое любимое занятие – подменять канцелярию. У нас есть обычная резинка. Она отлично стирает карандаш. Возьмем фрутеллу. Двух конфет будет достаточно. Вытаскиваем ластик, разворачиваем конфеты, засовываем обе фрутеллы в упаковку от резинки. Выглядит очень правдоподобно. Только вот совершенно ничего не стирает. Как жаль. Или не жаль. Самое время предложить подруге попробовать клей. Вернее, то, что будет в футляре от клеевого карандаша. Выкручиваем клей до конца и вынимаем его из футляра. Вычищаем емкость. Шилом вытаскиваем клей из оглушки. Хорошенько вымоем контейнер, чтобы убрать все остатки клея. Желейную конфету немного приминаем и вставляем вместо клеевого карандаша.
Добавляем еще конфету. Во второй контейнер поместим фрутеллу. Слепим вместе несколько конфет разных цветов. Заталкиваем их в футляр от клея. Отрываем лишнее. Посмотрим, что получилось. Отлично! Наш конфетный карандаш выдвигается и задвигается, как настоящий клеевой. Остается только надеть колпачок. Берем клей с конфеты и, как бы, между прочим, откусываем кусочек содержимого. Подруга вначале кривится, не понимая, как можно есть клей. Предложи ей такой же. Ага, ей понравилось! Больше всего на свете моя подруга боится пауков. Даже самых маленьких. Сделаю ей ланч с сюрпризом. Выглядит совсем как живой, но на самом деле мы сделали его сами. Загибаем проволоку и обрезаем. Подготовим несколько таких отрезков для лапок. На кусочек пластиковой пленки выдавливаем две капли термоклея. Одну побольше, вторую рядом, поменьше. Это будет туловище и голова паучка. Нагреваем проволоку и вставляем лапку в туловище. С каждой стороны сделаем по три. Красим паучка черным лаком для ногтей. Красавчик. Черненький, глянцевый, загляденье. Просто милашка. Садим его на бутерброд и закрываем коробочку. Предлагаем подруге подкрепиться. И предусмотрительно оставляем ее одну. Она открывает коробочку. Хорошо, хоть не заверещала на весь парк. Зато бутерброд остался нетронутым. Могу подкрепиться. Вкусно, между прочим. Ну а в ванной кого-то ждет уникальная зубная паста. Выдавливаем содержимое, чтобы освободить тюбик. Чтобы наполнить его кремом, используем кондитерский шприц. Крем такой же белый, как и зубная паста. По цвету и консистенции не отличить. Главное, незаметно подменить ее. Внимание, она пошла чистить зубы. Что-то не то. Запах какой-то подозрительный. А ладно, видимо, укрепляющая для десен. О нет, что это? В очередной раз попалась на ее глупые шутки. Какой кошмар. Быстрее вымыть рот. Любишь мишуру и конфетти? Тогда пора подготовить маленький сюрприз своим любопытным друзьям-сладкоежкам. От картонной коробки отрезаем дно. Подготовим яркую этикетку, например, от печенья Орео. Наклеиваем на видном месте. Ставим коробку на пластиковый коврик или картонку. Наполняем мишурой легкими кубиками из пенопласта. Посыпаем глиттером и конфетти. Сверху заклеиваем скотчем. Лучше поставить ее повыше на полку или шкаф. Вот подруга заметила коробочку с ярким логотипом и решила проверить, неужели там целая гора ее любимого печенья. Сюрприз! Да, такого она не ожидала. Хорошо, я тоже знаю, чем тебя удивить. Мне кажется, этот круассан станет еще вкуснее, если полить его клеем ПВА. Удивилась? Может, хочешь попробовать? Любопытство – сильная штука. А теперь узнаем, что же там внутри. Мы перелили клей, чтобы освободить бутылочку, и хорошенько ее вымыли. Вливаем сгущенное молоко. По виду очень напоминает клей ПВА. Можно также использовать молочный сироп или что-то сладкое такого же цвета. Кстати, круассан был действительно вкусный. Шутить так шутить. Твоя подруга всегда пьет чай с лимоном? Предложи ей свой цитрусовый. Хорошенько сжимаем лимон в руках, чтобы он пустил сок. Вытягиваем его шприцом, сколько получится. Набираем в шприц синий пищевой краситель. И напитываем цветной жидкостью наш цитрусовый. Чем больше будет краски, тем насыщеннее получится цвет внутри. Хотела лимон к чаю? Угощайся. Самый приятный момент – ловить недоуменный взгляд подруги и делать вид, что ты тут абсолютно ни при чем. Главное теперь не попасться на своей же шутке. Я тоже приготовила особенный фрукт. Возьмем банан и яркий пищевой краситель. Набираем в шприц вишневую жидкость. Теперь нужно наполнить ею фрукт под завязку. После несложных манипуляций можно предложить банан подруге. Она ведь так их любит. Следим за реакцией. Цвет и вправду ужасает. Такого банана она еще не видела. Обожаю пранки с едой. Просто не могу удержаться. И эти вкусные клубничные йогурты мне помогут. Аккуратно вскрываем упаковку. Осторожно, не порви крышку. Нам она еще понадобится.
Йогурт съедаем или перекладываем в чашечку, чтобы полакомиться потом. Пустой контейнер нужно тщательно вымыть. И крышку тоже. Вместо йогурта берем майонез. Перекладываем его в контейнер. У нас упаковка от клубничного йогурта, поэтому берем клубничку. Разрезаем ягоду. Режем на более мелкие кусочки. Добавляем майонез. Распределяем по поверхности. Фиксируем крышку универсальным клеем. Как будто только из магазина, подруга не почувствует подвоха. Не оставляем такой надолго в холодильнике, а сразу угощаем. Клубничный – твой любимый. В нем очень много ягод, сама такой частенько покупаю. Что-то не так? С моим йогуртом все в порядке. Как жаль, что ты осталась голодная. Может, хочешь мой? Уже нет. Для следующего пранка понадобится широкий прозрачный скотч. Прикрепляем его к наличнику. Можно зафиксировать несколько полос. Самое главное, что это можно сделать очень быстро, а значит, подруга ничего не успеет заподозрить. Осталось дождаться ее прихода, чтобы посмотреть на реакцию. Ах так, я тоже знаю фокус с дверью. Нужен двусторонний скотч. Крепим кусочек к стене на уровне дверной ручки. Приклеиваем шарик. На ручке тоже фиксируем кусочек скотча. Берем кнопку, приклеиваем к ручке и можно звать. Иду, иду! Бум! О, Господи, что это? Сердце ушло в пятки. Но не стоит забывать, что у каждого есть свой страх, на котором можно сыграть. Понадобится маркер, бумага и телефон. Разворачиваем картинку огромного жука на весь экран. Кладем сверху листик, обводим. Нарисуем два разных изображения. Закрашиваем жуков черным. Аккуратно вырезаем. Бррр, как живые. Будем крепить жуков с внутренней стороны абажура. Выкручиваем лампу, снимаем абажур. Удобно фиксировать на двусторонний скотч. Наклеиваем его на черную сторону. Один есть. Второго крепим напротив. Собираем лампу. Самое главное – это эффект неожиданности. Результат будет вдвойне веселее, если взять торшер на дистанционном управлении. Пугать так пугать. Ладно, тогда поработаем с ее средством для снятия макияжа. Бутылочка останется полной, только она не сможет выдавить из нее ни капли. Нам понадобится пищевая пленка. Отрываем немного. Полностью снимаем крышку. Закрываем бутылку пленкой и надеваем крышку назад. Аккуратно срезаем лишнее, чтобы пленку не было видно. Проверяем, как это работает. Отлично! Теперь воспользоваться этим средством будет непросто. После нескольких попыток она поймет, что все-таки попалась. Бутерброд с сыром – то, что она любит. Берем запакованный ломтик плавленного сыра. Обрезаем лишнюю пленку. Мажем масло на хлеб. Кладем запакованный сыр и накрываем вторым кусочком хлеба. Следим за ее голодным взглядом. Теперь как бы случайно оставляем ей свой бутерброд и уходим. После первого укуса все станет на свои места. Очень простой пранк, но эффективный. Надо закрепить успех и придумать что-то еще. Например, угостить ее очень необычными конфетами Рафаэлло. Нам понадобится майонез, творог и... фокус не удался. Еще раз. И кокосовая стружка. Добавляем в творог пару ложек майонеза. Берем чеснок. Двух зубчиков будет достаточно. Выдавливаем в творог. Хорошенько перемешиваем. У нас получилась острая оригинальная закуска. Открываем пачку Рафаэлло и достаем конфетки. Высвобождаем фантики. Конфеты можно съесть. А вот упаковка нам пригодится. Берем ложку острого творога, обваливаем в кокосовой стружке, формируя шарик. Вот это да! Выглядит точно так, как знаменитые конфеты Рафаэлло. Вкладываем копию в фантик. 4 штуки готовы. Можно укладывать в упаковку. Заклеиваем термоклеем. Как будто упаковку никогда не раскрывали.
Осталось дождаться, когда она попробует наши конфетки с чесноком. Единственное, что их может выдать, это запах. Неожиданный поворот. Похоже, она любит не только сладости. Ида, не забудь подписать себя, подругу и того парня. С тебя колокольчик. С нас новое видео. До встречи в эфире на канале Трум-Трум.